В Общественной палате республики состоялся круглый стол. Главной темой стала подготовка к предстоящим выборам в Государственную думу страны. В работе круглого стола принял участие эксперт независимого общественного мониторинга Антон Лукаш, а также представители политических партий и общественные наблюдатели. Будут обсуждены вопросы фейков, технологий лжи, которые могут применяться на выборах недобросовестными игроками, скажем так. Будут освещены вопросы иностранного вмешательства, причем не на уровне теории заговора, а на уровне фактов, фактологии. Вот, потому что все эти вопросы проанализированы, в том числе независимым общественным мониторингом на федеральном уровне, коллегами, экспертами, международниками. И сейчас появилась фактическая составляющая, о которой можно говорить, прослеживая не только сами технологии, но и то, как они развиваются, то, как они применяются. А для чего? Для того, чтобы защитить людей, избирателей от фейков. Очень важно иметь наступательную, четкую позицию, связанную с тем, чтобы предстоящие выборы не были запачканы разного рода инсинуациями. А они уже, к сожалению, есть, и истоки их идут от наших партнеров из-за рубежа. Именно поэтому одна из важнейших тем сегодняшнего круглого стола, причем здесь самое главное, это не оправдывание, потому что что-то в интернет выбросили, некий фейк, и начинается оправдание. Да это не так, это не то. Надо уметь распознавать и демонстрировать именно такую активную, наступательную позицию по их предотвращению.